Всем большой привет! Мы находимся в магазине «Детский мир», город Ростов-на-Дону. Давайте посмотрим, какие скидки есть на одежду для мальчиков. Желаю всем приятного просмотра. Куртка для мальчиков темно-синего цвета за 1499. Стоила 2999 минус 50%. Курточка идет с капюшончиком. Состав 100% полиэстер. С утеплителем. Такая тепленькая курточка. Кармашки. Так она выглядит сзади. Размеры есть 98, 104, 110, 116 и 122. Также есть такая же курточка, только в сером цвете. Точно такая же. Куртка для мальчиков. Темно-синий цвет. За 1399. Стоило 2799. Скидка минус 50%. Также с капюшончиком идет, с кармашками. Логотип. Став вверх 100% нейлон. Подкладка 100% полиэстер. Утеплитель 100% полиэстер. Отделка искусственный мех. 100% акрил. Вот так курточка выглядит сзади. Также есть куртка в сером цвете. За 1999 стоила 4000. Скидка минус 50%. Также тепленькая. Состав курточки. 100% полиэстер. Окрашенный искусственный мех. Вот так курточка выглядит сзади. Куртка для мальчиков темно-синий цвет. За 999 стоила 2999. Скидка минус 66%. Такие вставленные кармашки. Кармашки не глубокие. Состав 100% нейлон вверх. Подкладка 100% полиэстер. Утеплитель 100% полиэстер. Вот так куртка выглядит сзади. Размеров еще много. Комплект куртка плюс брюки в сером цвете. Такие вот брючки за 1699, стоило 3500, скидка минус 51%. Верх 100% полиэстер, и подкладка, и утеплитель тоже полиэстер. Комплект куртка плюс брюки в сером цвете с голубыми и с оранжевыми вставочками и с белыми за 1399. Стоило 2000, скидка минус 30%. Состав полиэстер. Утеплитель также полиэстер. Штаники на пуговичке и на змейке. Такой же костюм, только в синем цвете. В ярком, красивом. Комплектик. Комбинезончик на мальчика
за 3499 стоил 5000. Такой тепленький. Состав 100% полиэстер вверх. Покрытие полиуретан, подкладка 100% полиэстер. И утеплитель тоже полиэстер. Стильный костюмчик. Также он есть в зеленом цвете. Комплект. Куртка и брючки. Темно-синий цвет. Цена 3499, стоил 5000. Тепленький. Состав 100% полиэстер. С капюшончиком. Комплект куртка плюс брючки за 2499 в таком цвете. Капюшончиком. Дальше я вам покажу курточки для мальчиков 7-12 лет. Вот такая куртка синего цвета за 2299, стоила 4600, скидка минус 50%. Состав 100% полиэстер, покрытие полиуретан и подкладка 100% полиэстер. Такая теплая курточка. Длинненькая, очень хорошо. Куртка серого цвета за 2199. Внутри она желтого цвета. Стоила 4500. Вот так она выглядит сзади. Достаточно тяжелая курточка. Красивая куртка темно-синего цвета, такая яркая, тропическая. За 2199 стоило 4500, минус 51% скидка. 100% полиэстер. Кармашки. Комплект. Куртка и брюки в сером цвете. За 1699 стоил 3499 с капюшончиком. Очень тепленький. Вот такой вот комплектик. Также есть точно такой же за такую же цену, только в синем цвете. Очень яркий цвет, красивый, мне очень нравится. Был бы у меня сын, я бы ему взяла такой комплектик. Вот такая курточка, темно-синий цвет, за 3499, стоила 5000, минус 30% скидка. Внутри она утепленная, очень тепленькая. Кармашки боковые и вот тут снизу, на пуговке снизу, здесь на замочке, только с одной стороны. Состав 100% полиэстер вверх, подкладка 100% полиэстер, утеплитель 50% полиэстер и 25% перо и 25% пух. Отделка енот не крашеный, здесь значит у нас натуральный мех. Поэтому такая стоимость. Ну, такая курточка темного синего цвета
Здесь у нас искусственный мех. Цена этой курточки 2299. Стоила 3299 минус 30% скидка. Состав 100% нейлон. Вверх подкладка 100% полиэстер. Утеплитель также 100% полиэстер. Кармашек также на замочке один сверху. Обманка. И два кармашка снизу. Не на замочке, просто на пуговке. Брюки для мальчиков. Темно-синий цвет. За 699 стоили 899. Состав 100% полиэстер. Подкладка 100% полиэстер. И утеплитель также полиэстер. Очень легкие. Вот такие вставочки снизу. Куртка. Темно-синий цвет. За 899. Стоило 1799. Состав 100% полиэстер. Ну, качество мне здесь не очень нравится. На замочках. Два кармашка на замочках. Вот такая курточка. За 1399 стоила 2800. Темно-синий цвет. С капюшончиком. Состав 100% полиэстер. Достаточно длинная курточка. Вот такая курточка за 999. Стоила 1799. Темно-синий цвет. Два кармашка, но не застегиваются. С капюшончиком.